Что ж, я не такая понимающая, как твои родители. Честно говоря, я постоянно беспокоюсь о делах сына. В самом деле. Хорошо, вы хотите поговорить. Я тоже хочу прибраться в доме. Мы купили одежду и носки сегодня. Я хочу все постирать. Хорошо, можете пока поговорить. Мама. Разве ты не хотела постирать? Да. А. Да, я пошла. Что ты хотел сказать мне? Спасибо за сегодня. И что ходила с мамой по магазинам. Точно. Позволь вернуть деньги за одежду. Зачем? Я купила тебе подарок. Оставь деньги себе. Если ты чувствуешь себя обязанным, просто подари ответный подарок. Хорошо? Хорошо. Тетя? Ну, мне кое-что нужно. Да, понадобилось кое-что. Что тебе нужно? Это... Я должна есть это каждый день. Точно. Ты не хочешь съесть яблоко? Сегодня овощи немного тяжеловаты. Давай я почищу вам фрукты. Мам, мы просто попьем воду. Кстати, Линдзе, я хочу кое-что показать тебе. Идем. На что вы хотите посмотреть? Вот. Ты... Хочешь, чтобы я почитала здесь книгу? Просто прочти, поймешь. Он сказал идти, и ты пошла. Интересно, где ее манеры? Его мать все еще здесь. И двери еще закрыли. Что же делать? Линдзе, тетя, онлайн-продавец отказался вернуть мне деньги. Что ты говорила мне делать в этой ситуации? Уже довольно поздно. Думаю, офис продавца закрыт. Тетушка, отправьте мне ссылку, я разберусь с этим завтра. Поздно. О. Тетушка должна отвечать за твою безопасность. Взгляни, Цинфэн сегодня много работал и не сможет проводить тебя. Я вызову тебе такси. Нет, не нужно. Не волнуйся, не беспокойтесь, я доберусь до дома сама, тетушка. Все хорошо. Давай я вызову тебе такси. Скоро будет. Тетушка. Нет. Я сама доберусь. Посмотри, я вызову тебе такси. Не волнуйтесь. Тетушка, я ухожу. Хорошо, Линдзе. Может, стоит... Не нужно. Нет. Будь осторожна. Я прощаюсь с тобой. Пока. Пока. Я думала, что Линдзе довольно хорошая. Пообщавшись сейчас, я чувствую себя не совсем хорошо. Это стоит больших денег, и ты просто покупаешь вещи, никакого вкуса. И это же ключ к отношениям между мужчиной и женщиной. Прояви активность. Ты сказал, что уже поздно, она не уходит. Что она делает? О чем думает? Это слишком небрежно. Мама, пообщавшись с ней лично, думаю, Линдзе довольно хорошая. Она очень настойчива со мной, и мы нашли общий язык. Я принял решение. Я женюсь на ней. Продолжим как партнеры.
Что? Сын, почему ты... Говорю тебе, брак — это не детская игра. Ты не можешь этого сделать. Линзе не может. Мам, ты должен хорошо ее узнать. Разве не ты ранее активно мне ее сватала? Разве не ты говорила, что она тебе нравится? Да, да. Мама, разве уже не поздно? Одежда, что ты замочила. Как закончишь, иди домой. А мне еще нужно документы посмотреть. Нет. Сын, послушай меня. Сколько дней вы пара? И уже собрался жениться. Боже. Это Линзе? Я не думаю, что она тебе подходит. Или нашей семье. Это уже третий стакан воды. Ты уверен, что выпьешь? Капитан, сегодня я переел стейка, трудно переварить. Просто выпью воды. Тебе не следовало говорить этого ранее. Это совсем не круто. Не веди себя так. Но, капитан, они говорили ерунду о вас. Я не мог остаться в стороне. И не ответить на это. Ты говорил за меня. Не нужно было. Но все же... Спасибо. Ты закончил? Уже поздно. Тебе пора домой. Хорошо. Капитан, давайте посмотрим фильм. Фильм? По телевизору. Уже поздно. Один фильм. Пожалуйста. Не будь ребенком. Ты в порядке? Все нормально? Не серьезно же пострадал? Все хорошо. Вот и хорошо. Капитан, на самом деле я хочу... Хочешь остаться? Вы не против? Ладно. Почему нет? Что почему нет? Разве не ради этого ты остался? Капитан, я работал весь день. Разве вы не можете дать мне отдохнуть? Конечно, не могу. Раз ты хочешь быть капитаном, тебе нужен подробный план, чтобы им стать. У меня есть план. Мой план — стать единственным вторым пилотом моей королевы. Не неси чушь. Ты не знаешь правил гражданской авиации? Давай. Смотри. Это курс новой модели UY-12E. Сначала ознакомься с основной теорией. Я организую тренировку на тренажере позже. Попрактикуешься. Смотрите, только что получили. Садись. Вода. Вода. Пациент Цяо Юань Юань, ему только 10 месяцев. У него полный дефект эндокардиональной подушки. Многочисленные повреждения, а также гидроперикард. Если вовремя не проведем операцию, случится сердечная недостаточность. В настоящее время операция запланирована на среду. Я буду за главного. Доктор Ян Мин и доктор Линзе помогают. Хорошо? Да. Здравствуйте, руководитель Гао. Что вы хотите, чтобы я сделала? Юйцин. У Циньфэня все хорошо в больнице. Спасибо за вашу помощь. Не нужно благодарить. Вы и так уже много раз сказали спасибо. К тому же, доктор Сюй остался в больнице именно из-за вас. Навсегда. Я ваш должник, и я это запомню. Юйцин, ваше отношение с Циньфэнем, как обстоят дела? Все совсем не так. Мы просто соседи. Но я все еще думаю, что вы двое подходите друг другу. Очень хорошо. Может, вам стоит попробовать. Руководитель Гао, доктор Сю и я, мы просто живем по соседству. Между нами ничего нет. Какое это имеет значение? Никакого. Да, я понимаю.
Но я все еще должен выразить мою благодарность вам. Если вам что-то нужно от меня, просто скажите. Я помогу. По правде, я хочу спросить вас кое о чем. Знаете, у моего папы проблемы с сердцем. Не могли бы вы прийти и взглянуть на него? Конечно. Я буду рад помочь. Тогда замечательно. Спасибо вам. Кто там? Иду, иду. Мама, и сын, ты пришла. Посмотри на себя. Последний раз ты сказала, что зайдешь. Почему не зашла навестить родителей? У тебя все хорошо? Да, все хорошо. Он здесь. Я позову его. Лао Гуань, и сын пришла. Да. Выходи скорее. Лао Гуань. Папа. О. Ты не показалась на глаза 2 дня назад. Что привело тебя сюда сегодня? Можешь быть чуть поприветливее? Верно. Руководитель Гао из больницы Янси пообещал мне навестить папу в эти выходные. Найдите время для этого. Ты попросила руководителя прийти в наш дом, чтобы навестить твоего папу? Сколько же это будет стоить? Дело не в деньгах. Недавно я оказала ему услугу. Это вроде ответной любезности. Лао Гуань, взгляни на свою дочь. Она так заботится о твоем здоровье, что даже пригласила главу больницы в наш дом. Может, прекратишь на нее злиться? Я в порядке. Я здоров. А кто болтал день и ночь напролет, говоря, что болит сердце и тяжело дышать? Ты только ворчишь. Хорошо, если все так. Джин Лэй скоро женится. И скоро, наверное, появится маленький карапуз. Ладно. Мне все равно нечего делать в выходные. И это не очень хорошо отменять уже назначенную встречу, так ведь? Пусть приходит. Хорошо. Тогда договорились, мама? Да, да. Папа, не отказывайся от своих слов. Цин Фэн, прости, что отнимаю твое драгоценное время в твой выходной. Руководитель Гао, вы слишком вежливы. И это личная просьба. Я удивлен, что ты согласился. По моему мнению, забота о пациентах на первом месте. Здесь не может быть выходных и личного времени. Ты прав. Забота о пациентах – это самое главное. Руководитель Гао. Юйцин. Руководитель Гао, заходите. Здравствуйте. Руководитель Гао, прошу, проходите. Да, конечно. Хорошо. Позвольте представить. Это доктор Сюйцин Фэн. Руководитель отделения кардиохирургии в больнице. Очень талантливый врач. Самый выдающийся заместитель главного врача. Действительно хороший юноша. Я приготовлю чай. Спасибо. Руководитель Гао, доктор Сюй, спасибо большое, что пришли сегодня. Кстати, кто наш пациент? Мой папа. А? Папа, почему ты читаешь газету? Идем. Я не хочу, чтобы он осматривал меня. Не понимаю, в чем проблема? Пусть меня осмотрит руководитель, но только не он. Ну... Доктору трудно было прийти сюда. Сюй-Сюй-Лань растрезвонивала всем о своем замечательном сыне. И позволить ее сыну осмотреть меня. У нее лицо от радости треснет, я не хочу этого. Папа, ты шутишь? Кого заботит мать врача? Лицо важнее жизни.
Хорошо, идем. Доктор Сюй замечательный врач. Болезнь Джиу лечили хирургическим путем. И он из колледжа Union Medical. Он написал более 30 работ. И 11 из них были напечатаны в известных медицинских журналах. И внес значительный вклад в эту сферу. Какие у тебя с ним отношения? Почему ты его так хорошо знаешь? Прекрати. Пейте чай. Хорошо. Раз руководитель Гао рекомендовал вас, тогда ты достаточно компетентен. Спасибо за хлопоты. Нино, не говори своей матери об этом, не надо. У нас отношения врач-пациент, мою маму это не касается. Так. Это ваши записи и снимки? Да. Да. Давай помогу. Да. Все. Да. Начинаем измерение. Не двигайтесь и не разговаривайте. Это последний диагноз врача. Это ультразвук Б. И это... Измерение закончено. Высокое давление 141. Были ли у вас в последнее время стеснения или боли в груди? Да. Нет. Я здесь пациент, да? Прекрати. У вас есть проблемы с дыханием по ночам? Да. Нет. Да что с тобой не так? Я не знаю, о чем она говорит. Будь серьезней. Ты сказал всего пару слов. Дайте я послушаю вас. Сердце и давление в норме. Не волнуйтесь слишком сильно, хорошо? Что я говорил? Я здоровее, чем ты думаешь. Но ваше кровяное давление немного повышено, у вас ишемическая болезнь сердца. Принимайте лекарства вовремя и не употребляйте тяжелой пищи. Не пейте и не курите. Отправляйтесь в больницу, если почувствуете себя плохо. И самое важное, контролируйте свои эмоции. Слышали? Не заставляйте меня злиться. Слышала, слышала. Контролируйте эмоции самостоятельно в любой ситуации. Чаще всего это зависит от вас самого. Доктор Сюй, вы сказали, что с ним все в порядке. Значит, мы можем вздохнуть спокойно. Пейте. Руководитель Гао, вы, доктор Сюй, знакомы с акушерством и гинекологией? Конечно. Хорошо, хорошо. Вы с тем юношей уже так далеко зашли? Что за юноша? Какой юноша? Нет никакого юноши. Папа, не говори глупости. Что это за юноша? Я интересуюсь из-за своей невестки. Мой сын женится. Папа, ты просто смешон. Думаешь о своем сыне все время. Малыш станет отцом в любом случае. Я должен быть готов к событию. Руководитель Гао, доктор Сюй. Простите, что побеспокоили вас в выходной. Сейчас время обеда. Не хотите пообедать с нами? Не стоит беспокоиться, мы пойдем. Нисколько не побеспокойте. Оставайтесь. Садитесь, садитесь. Хорошо. Юйцин, можешь мне помочь? Мама, сиди, я сама. Госпожа, сядьте и отдохните. Сначала старшие заботятся о детях, позвольте детям позаботиться о вас. Теперь вы должны поменяться местами. Да. Да. Правда. Цинфан, иди помоги. Нет, не нужно, не нужно. Давай, иди. Я сама справлюсь. Тетушка, где ванная? Я покажу сюда. Вот сюда. Пейте чай, да. Почему вы здесь? Руководитель попросил. Руки хирурга слишком ценные, чтобы готовить. Руки капитана также ценны. Рыба. Я приготовлю рыбу. Сможете? Thank you.
мука есть? Мама, где у вас мука? Она в левом верхнем шкафу над вытяжкой. О. Поварёшку. Спасибо. Вы говорили, вам нужен гинеколог, да? Назначена ли дата? Нет, нет. Вы двое поговорите, я схожу, помогу детям. Нет, сядьте. Этим делом пускай занимаются молодые. Дайте им немного личного пространства. Но... Да, да. Дату уже назначили? Нет. Еще немного рановато. Но мы родители, вы же нас понимаете. Дети вырастают, женятся, и мы должны быть готовы ко всему. Всегда. Сосредоточьте на своей болезни, ладно? А вы хороши. Я думала, вы не умеете готовить, раз о вас заботится мама. Я умею готовить. У меня просто нет шанса на практику, когда мама дома. Вот, попробуйте. Минуту. Лао Джан и Лао Лиу сегодня очень высоко отзывались о Лэй Лэй. Да, да. Все говорят, он действительно хорош. Все они говорят, что Лэй Лэй хороший парень, красавчик. И они сказали, что он сообразительный. Лэй Лэй, давай я. Матушка, не нужно, не надо. Бэй Бэй, положи, я сам все накрою. Вы можете отдохнуть, не беспокойтесь. Лэй Лэй, будь осторожнее, эти чашки и тарелки не разбей. Не волнуйтесь, отец. Будь осторожен. Хорошая работа, сын. Хороший мальчик. Я слишком сонный. Наверное, выпил лишнего. Пойду лучше прилягу. Я говорила тебе пить меньше. Ты должен был слушаться. Нормально. И, отец, я вам помогу. Стой! Что? Что? Отойди. Что ты делаешь? Я... Зачем пришла? Не надо сюда приходить. Оставайся в гостиной. Ты... Иди. Ты... Иди. Дорогая, съешь немного фруктов. Не хочу. Что значит «не хочу»? Тебе нужны витамины. Я сыта. У меня нет аппетита. Ты злишься? Я тоже зол. А ты-то с чего зол? Кто на кого злится? Ли Бэй, ты непослушная девушка. Совсем меня не слышишь. Ты хочешь пойти против меня, да? Послушай меня. Ты должна быть наказана, иначе не запомнишь. Это мне принять наказание? И какое же оно? Наказание, что ты примешь, физическое наказание. Давай руку. Хорошо, хорошо. Вот моя рука. Посмотрим, что ты сделаешь. Руки девушки не должны мыть посуду. Как я могу позволить тебе готовить и мыть посуду? Это невозможно. Вода очень холодная. И средства для мытья посуды. Ты знаешь, что в них много химических добавок? Что я буду делать, если твои руки пострадают? Давай другую.
Без моего согласия в будущем больше никаких разговоров о кухне. Больше не мой посуду, слышала? Дай мне эту маленькую ручку, защитим эти маленькие руки. Это моя маленькая ручка. Давай сделаю тебе массажик. Хорошо, я тоже помассирую твои руки. Дорогой, ты так добр ко мне, я позабочусь о себе. И ты должен защищать себя ради меня. И я хочу быть с тобой всю свою жизнь. Я хочу, чтобы твои руки всегда были мягкими. Никаких морщинок, никогда. Цинфэн? Тетушка, вы вернулись. А где Цинфэн? Он уехал навестить пациента. Навестить пациента? Это... Как ты зашла в дом? Он дал мне ключи. Он дал тебе ключи? Этот ребенок. Нет, ты... Почему ты не сказала мне об этом раньше? Я подумала, что кто-то чужой вломился в дом. Нет. Линзе, а тебе сегодня не надо на работу? Нет. Поэтому я решила прибраться в доме и приготовила еды. Ты убираешь в его квартире? Принесла все это? Да, на завтрак он может съесть хлеб. И вот это. И еще пельмени и лапша быстрого приготовления для ночного перекуса. Вот. Ветчина. Линзе, эта еда не очень полезна для здоровья. Ты врач. Ты разве не должна знать это? Я думала... Неважно, неважно. Потом заберешь все обратно и съешь сама. Цинфэн не ест подобные вещи. Я всегда готовлю для него свежие яйца, молоко, фрукты и овощи. Я покупаю только свежие продукты. Неважно, забирай все. Где ты сделала уборку? В его комнате? Да, в его комнате. Дай посмотрю. Я навела порядок в шкафу. Ты развесила так одежду? Все развесило неправильно. Все должно быть от тонкого к толстому. Слева направо. Пальто, рубашки, брюки, нижнее белье. У всего есть свое место. Ты все напутала. Цинфэн ничего не сможет найти. Я все переделала. Нет, нет, нет. Не надо. Я сделаю это позже. Где еще ты прибралась? В ванной? Давай посмотрю. Я убрала все. Линзе, ты пользовалась туалетом? Туалетом я... Ты должна поднимать сиденье туалета после использования. Ты же врач. Там очень много бактерий. Я никогда не позволяю Цинфэну трогать туалет. Я поняла. Это что такое? Это? Это зубная паста из Германии. Все мои коллеги ею пользуются. Она очень хорошая. Тогда ладно. Если все так, как ты сказала, я не буду это выбрасывать. Забери обратно и используй сама. Благодаря Цинфэну у нас нет проблем с дёснами, и он настоял на том, чтобы использовать отечественный бренд. Где еще ты убрала? Тетушка, вы все еще поддерживаете меня и Цинфэна? Ты ждешь от меня поддержки? Взгляни на себя. Ты хочешь избавиться от меня, верно? Вы неправильно поняли. Я просто хочу о нем заботиться, так как вы и говорили. Что я говорила? Хорошо. Замечательное оправдание, Линзе. Раньше я думала, что ты хорошая девушка. Но как ты со мной обращаешься? Ты изменилась всего за несколько дней. В твоем сердце нет меня. Я не... Молчи. В эти дни все, что ты говоришь и делаешь, я знаю обо всем. Я учу тебя так терпеливо. А какая благодарность от тебя? Одежда, еда и жилье. Ты все делаешь, как тебе заблагорассудится. Ты совсем меня не уважаешь? Ответь, ты знаешь его лучше, чем я? Ты больше знаешь о нем? Сколько лет ты его знаешь? А сколько лет знаю я? Тетушка, я не могу с вами сравниться. Не хочу слышать. Ты так сильно меня разочаровала. Что ж, знаешь,
Оставь ключи от квартиры на столе. Оставь. И еще. Ваши с ним отношения – это моя вина. Я была слишком легкомысленна. Мне стоило понаблюдать за вами. Тетушка, я же вам нравилась раньше. Почему вы так изменились, когда Цинфэн стал мил со мной? Это Цинфэну нужна девушка, или вы в ней нуждаетесь? Что это значит? Ты думаешь, что в сердце Цинфэна для тебя больше места, чем для меня? И я тебе завидую? Это просто смешно. Я его мать. Ты не можешь сравниться со мной. Просто смешно. Тетушка, это болезнь. Что ты сказала? Совсем распустилась. А еще доктор. Пустая трата образования. Что на меня смотришь? Чего хочешь сказать? Думаешь, что Цинфэн не должен иметь такую мать, как я? Думаешь, сейчас ты можешь делать, что вздумается? Ты просто ужасна. Даже не представляешь, насколько. К счастью, я увидела, какая ты. Ты разоблачена. Правда, вовремя. Иначе я бы пожалела. Поняла? Ни слова больше. Ключ. Сюда. Что? Ты ждешь звонка в полицию? Пусть полиция все решит, хорошо? Как она ужасна. Правда. Таких девушек я правда не видела. Слишком пугающая. Спасибо вам за сегодня. Почему вы пришли вместе? Руководитель Гао и доктор Сюй навещали моего отца сегодня. Вы разговаривайте, я пойду. Спасибо. В чем дело? Нам нужно поговорить. Давай зайдем. Нет, выйдем. Я не знала, что в конце концов все будет так плохо, и я делаю все не так. Тетушка превратила меня во врага очень быстро. Она сказала немедленно вернуть ключ, иначе вызовет полицию. Линзе, вот почему я был не согласен с тем, чтобы мы начали встречаться. Что это значит? Потому что я знаю ее больше, чем пару дней. Моя мама возненавидит любую мою девушку. Ты дома? Мой руки. Переодевайся, идем есть. Ты сегодня работал? Ты даже в выходные работаешь? Кому ходил? Мама, что не так с Линзе? Ничего, а что? О чем ты говоришь? Ты дал ей ключи? Почему не рассказал мне? Но она пришла в дом сегодня прибраться. Но все делала неправильно. И я дала пару советов. Она сказала, что я больна.
Конечно, я расстроилась и сказала вернуть ключи. Оказывается, она была очень зла, положила ключ и ушла. Мам, Линдзе сильная женщина. Она не стала бы плакать из-за твоих указаний. Ни за что. Что? Она плакала? Она действительно побежала к тебе плакаться. Это Линдзе. Нет, я не хотела указывать ей. Я просто отругала ее, понимаешь? Это Линдзе. Ах, это Линдзе. Она была с тобой несколько дней и уже говорит всякое за моей спиной. Сей раздор. Это Линдзе. Позволь сказать тебе, я ясно вижу ее истинное лицо. Мы не можем впустить ее в наш дом. Точно нет. Ты иди и поговори с ней. Скажи ей, что вы двое не подходите друг другу. Разрушь ее мечты о ваших отношениях. Все, хватит об этом. Давай есть. А? Я сыт. Но ты же не поел еще. Хорошо, хорошо. Мы поедим, когда ты проголодаешься. Не забудь поговорить с Линдзе. В любом случае, ты поначалу был с этим не согласен. Ты начал с ней встречаться из-за меня. Теперь я поддерживаю ваше расставание. Мама, что ты делаешь? Телефоны других мам заполнены фото из зарубежных путешествий, караоке и барных танцев. Но на моем телефоне только твои фотографии. Моя самая большая надежда — это хорошо о тебе заботиться всю твою жизнь. Я лишь хочу, чтобы у тебя было все хорошо. Сын, я правда думаю, что Линдзе совсем тебе не подходит. Вы встречались лишь несколько дней. Вот я подумала, что вам надо расстаться. Ты не хочешь с ней расставаться? Ты больше меня не слушаешь? Что такое, сын? Сын, что с тобой? Почему ты смеешься? Ты меня послушаешься, да? Мама, я не знаю. Ты знаешь, это уже не в первый раз ты просишь меня расстаться с кем-то. Нет. Каждый раз, знакомя меня с девушкой, возникают проблемы. Почему это происходит? Потому что ты думаешь, что ты хорошая мать. Но когда я, наконец, сближаюсь с девушкой, ты обязательно найдешь любую причину, чтобы быть против. Неважно, что это за девушка, ты всегда найдешь недостатки. Тогда ты не сдаешься, пока не разрушишь мои отношения. Нет. Потому что ты просто не сможешь принять факт того, что в моей жизни есть девушка. Ты просто привязываешь меня к себе. Нет, сын. Не злись. Не злись, прошу. Не злись. Почему ты так говоришь о маме? Мама не такая, как ты говоришь. Они не подходили тебе. Они просто не подходили тебе. Поэтому я была против. Мама. Я не знала. Я не знала. Брак — это на всю жизнь. И одна ошибка разрушит его. Я не хотела, чтобы ты закончил жизнь, как твоя мать. Я не хотела этого. Мама, мама, я послушал тебя. Я расстался с Линдзе. Я все ей объяснил. Я отказал ей, не переживай. Ты... Мама, не волнуйся. Никто не собирается забирать меня у тебя.
Сын. Я подумал об этом. Я не могу влюбиться. Я отказываюсь. Я откажусь от женитьбы. Я не это имела в виду, сынок. Сын. Сын. Сын, куда ты идешь? Подышать свежим воздухом, хорошо? Я этого не хотела. Я просто хочу быть хорошей матерью. Я просто хочу быть хорошей матерью. Сын. Сяобай, что ты делаешь здесь так рано? Бесплатное угощение. Лучше начинать с завтрака. Сок для вас. Полезен для здоровья. Спасибо за заботу. Идем. Доктор Сюй? Вы закончили ночную смену? Нет. Подождите. Почему вы весь в траве? Я загорал на зеленой лужайке. А выглядите так, как будто проспали всю ночь на траве. Хотите позавтракать? Я не голоден. Кто приготовит для вас завтрак, присоединяйтесь к нам. Позавтракаем вместе. Вот. Хорошо, спасибо. Не за что. Капитан, вы... Да? Идем.的暮色，想起你天空中。